Мы отряды Путина услышали тебе, Байден, сегодня твое обращение. Но мы тебе не верим. И твою лапшу, которую ты вешаешь на всю Россию и на весь мир, и вот эта лапша, мы не успеваем ее сбрасывать с себя. Убери ты ее. Не верим мы тебе. Кто такая Америка, чтобы на нас напала? Ну, слишком так ты себя ценишь. Нет, такого не будет. И не допустим, мы тебя просим об одном единственном. Не приближай сюда, к нам НАТО. И ты этого даже сделать не можешь. У тебя нету сил или нету ума. Тебе все время, говорит Владимир Владимирович, да мы не нападаем ни на кого. Да мы с утра до ночи, он у тебя убеждает, и наконец-то говоришь. Мы не будем нападать, мы не будем воевать. Не верим, не верим. Кто ты такой, чтобы мы тебе поверили? Но тем не менее, ты не ответил на наш ни на один вопрос. Мы тебя просим юридически закрепить. Закрепить, чтобы в НАТО Украину не втягивать. Все. Тебе, если бы ты это бы сделал бы, хотя бы из трех одно, то, что предложил тебе Владимир Владимирович, тогда бы мы тебе поверили. А так это просто разговоры. Бедный Путин, он с утра до ночи объясняет, что никого, мы только защищаемся, мы ни на кого не нападаем. А ты все, теперь ты решил, что вы не нападаете. Да кто вы такие, чтобы вы еще напали? И на кого напали? На кого? Кулак военный держим вот так на весь мир. Заметь себе, Байден, так и будет. Одно твое только движение, и весь мир развернется в другую сторону. Понял? Услышал? А то, что ты сказал, мы услышали. И не верим.